Видео подготовлено с сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1338. Масса одного пирога 1600 грамм. Какова масса трех таких пирогов? 1/8 пирога и 3/8 пирога. Первым действием узнаем массу трех пирогов. Для этого нужно 3 умножить на массу одного пирога, то есть на 1600. 3 умножаем на 1600. 3 на 16 будет 48, и еще 2 нуля добавляем, 4800 грамм получаем. Второе действие, узнаем массу 1/8 пирога. Вспомним, что означает числитель, а что знаменатель в обыкновенной дроби. Знаменатель нам показывает, на сколько частей было разделено целое в данном случае пирог, а числитель показывает, сколько частей взяли. Пирог разделили на 8 частей и один кусочек взяли. И нужно найти массу этого одного кусочка. Для этого нужно 1600 разделить на 8. Получаем 200 грамм. Это масса 1/8 пирога. Третье действие. 3/8 найдем массу пирога. На те же 8 частей, на 8 кусков мы пирог разрезали и 3 куска взяли. То есть 1600 мы делим на 8 и умножаем на 3. 200 умножить на 3 будет 600. 600 грамм весит 3 кусочка пирога или 3/8 пирога. И выполнили задание 1338. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.